Таджикистан 19 лет назад завезли всего лишь 10 племенных ангорских коз. Путем скрещивания с местными породами здесь вывели новую группу коз, шерсть которых не уступает по качеству ангорским. Теперь таких коз в Таджикистане 60 тысяч. В колхозе имени Маленкова у заведующего фермой Уматова весной особенно много забот. Первые две недели новорожденных козлят содержат в загончиках. А эти постарше, они уже стали настоящими альпинистами. Шерсть коз обладает блеском и прочностью. Она идет на изготовление бархата и ковров.